затриговал, мы все идем к тебе. А сколько лично стоит? Ну, сейчас 30, но я чувствую, что это сильно дороже, потому что это тот случай, когда классно я наставлю, я плюс 900 всю неделю, да, я там, а у меня плюс 30. То есть, уже это можно, конечно, наставить за ней. Ну, как один из инструментов. То есть, смотри, у аудитории есть, например, проблемы, проблематика. Вот, продажи, например. Команда, то есть если у нее хорошая секс, у нее хорошая психика, у нее стабильность в бизнесе, то есть она не уважает, у нее команда не вытаскивает, она ушел, вышел, она психует, начинает всех нахуй увольнять, каждый день не понимает. Да, это я. И зачем раздражение происходит, понимаешь? Дальше что у нее еще может быть? Проблема же всех на продажу. Слушай, да, чаще всего я встречаюсь с тем, что от секса не получают удовольствия, что женщины не расслабляются. Секс — это инструмент, ладно, смотри, секс — это твой инструмент. Чтобы что? Для чего он нужен? И дальше ты раскрываешь, типа, ты идешь, а у тебя секс — это как инфоповод. Таганская. Переход на Таганско-Краснопресненскую линию и станцию Марксистская.
Наверх хочу. Я села.